Хей, hey, okay, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Так, окей, в прошлой серии мы остановились здесь. Как вы знаете, типа, если перезапускаете игру, ну, типа, считайте это next day. Я перезапустил, по сути, зашел заново в игру, там обновились сундуки, но думал, типа, может еще выпадет Эриди, но, увы, нет. Мы с вами получили новую пушечку, мы поубивали ассасинов, если это точно в прошлой была серии. Ха! Здоров! Добро пожаловать в улучшенный тачкомат! Смертность на 47% выше 26%, что были раньше, а это меньше, чем в прошлом году! Так давайте этих поубиваем. Не, ну понятно, что враги выше уровня немного стали. По заданию. У нас, кажется, только одно основное задание дам. Огненный ястреб. Полетели. Нажимаем F-очку, чтобы ускориться. У нас еще есть одно место, где мы не... А, мы еще здесь с вами не были стоять. Мы с вами его здесь еще не топали. Ну, в принципе, здесь ничего такого и нету. Поэтому смысл сюда идти. Так, карта. А вот это у нас нужно через мост. Мост у нас, по сути, открытый, поэтому... Ну, по одному нам опыта теперь за них дают. А это опыт никакущий. То мы сейчас вообще ничего не будем получать за их убийство. Да. Так. А вниз упаду, это я будет больно. Хорошо, у меня есть обход с левой стороны. Я могу тут пройти. У нас там... А, тихо-тихо-тихо, это что? Я тут еще не был. Тихо-тихо-тихо, сейчас все поубиваем. Все и вся. Так, на меня сейчас вот эти, да, твари нападают? Отовсюду нападают. Готово. А что вы там такое защищали? Опа, хороший сундук. 100 баксов 90. Блин, а у нас все в рублях, у нас нету баксов. Так, можно двумя способами туда попасть. Давайте через обход. Вот тут еще что-то есть. А, нет, я все-таки ошибся. Проход только один. Так, 4 минуты уже прошло. Ну, это понятно, что мы садимся в туды, их поубиваем. Ой-ой, у нас там в основном все огненные, да? Черти. Так, стоять, пистолет. Ну, смотрите, в принципе, урон такой. Средненький. Урончик средненький будет.
еще бы попадать. Было бы вообще замечательно. Да, я понял. Ага. Ага. Сопротивление к огню. Значит, мне эта пушечка не поможет, да, в дальнейшем? Если это... А, ну хотя ущелье отмороженных, но скорее всего там все будут эти, огненные. То что здесь в основном аванпост держит замороженные щелики. Огненный ястреб должен быть где-то здесь. Ну, огненный ястреб. Будь начеку. Хорошо. Странно. Кажется, кровомясы напали на логово огненного ястреба. Они могли оставить ориентиры для подкреплений. Это поможет тебе найти логово. Ну или... Просто иди на крики. Добро. Тебя в моем магазинчике. Продать. Ну, давайте автомат оставим, может пригодится. Отвали, искатель. Это дело касается только кровомесов и огненного ястреба. Как только мои парни приволокут его туда ко мне, он заплатит за каждого убитого кровомеса. Мы вздернем его на его собственных кишках. Не надо было расписывать. Так, давайте сначала, думаю, в эту сторону. Ну, в чем фигня? Фигня в том, что... Хоть так, враги меня все равно видят и нападают. Ух ты ж, ё-моё, там какой-то крабик. Воу-воу-воу! Билеты какие-то. Еще повылазил. Еще вылазит. Нифига вас там. Попал. О. Что? Чё? С тобой такое? С тобой все в порядке, парень? Он загорелся. Ну, если смотреть, короче, у них какая-то очень маленькая головёшка. Очень маленькая головёшка. Еще один. А, так это у меня дробовик или что? О-о-о. Так это дробовик еще. Окей. Значит, эту пушку мы с вами оставим. Я думал, это автомат. Кажется, нет. Угу. И все равно. Это типа вообще отдельное место? Или как? Ну да, типа, куда-то я вообще иду теперь не в ту сторону. Ладно, давайте тогда не сбиваться с пути. Походу здесь разделяются у нас проходы. Налево и право, пойдем в эту сторону. Минусы. А я вижу, что я врагов еле пробиваю. Не, ну как бы в голову, да, убиваю, а ну, я имею в виду в общем. Здрасте. Оставили бы секретку какую-то здесь. Вон, там что-то есть. Походу, я буду так обрезать путь. Так, унитаз вижу.
Так, крематория. Странно то, что туалет не открывается. Окей. Сюда не попасть. Пойдем ниже. Вижу. О боже, пипец я косой. Ладно. Так, а вот эта вот пушка более-менее наносит. Но смотрите, здесь нету разделения на попадание в голову, все такое. Типа, вот здесь вот идет у нас минусы такие, так сказать. А можно в голову, спасибо. Странные попадания. Регистрация, так сказать, попаданий. То да, то нет урона. А пули-то заканчивается. А пули-то кончаются. Так, ну как вариант, давайте сбегаем, купим патроны. Да, нужно будет сразу прокачивать нам дальше снайперку, именно по магазину. Чтобы вследствие не было таких вот проблем с боеприпасом. Так, ладненько, поехали. Медикаменты, патроны. Дальше. Дробовик есть, стоит, хорошо. Нет, может быть, конечно, дробовик будет жестче их забирать. Ну, блин. Да фиг его знает, на самом деле. Ладно, побежали. Нам нужно по значкам следовать. Сейчас сюда заскачем. Посмотрим, что у них. Деньги. Фу, показалось, кто-то уже выходит. Так, там где-то еще проход куда-то, что-то. Нам денежки нужны в любом случае. Просто без проблем. Вот таких будем давать эти. Хотя это, скорее всего, автомат. Патроны автомата используются. Может, я чего-то не понимаю. Ну да, считайте. Воу-воу-воу! Да. Ты чё, херел? Приятель, я, конечно, все понимаю. Давай без вот этой херни. А, так смотрите, он еще нападает и на своих. То есть ему все равно, на кого нападать. Твои это, враги это. Ему по барабану. Так, коррозийка. Вот это мы учтем, потому что это может быть и в нашу пользу, знаете, так.
использовать. Типа враг пока будет на нас внимание, да? Не обращаясь, будет сражаться с этим типом. А в этот момент мы будем его прессовать. Понятно, что я здесь упаду. Так. Дальше. Наверх есть проход. Ох, очень хороший ящик. Это было несложно. Так, патроны. Патроны, патроны. Немного на снайперку нужно патроны понаходить. Ну смотрите, огнемет типа не достает. Есть определенный радиус, где он может доставать, а где нет. Поэтому этим тоже можно будет пользоваться. Типа, подходи и атакуй меня. Но ты все равно меня не заденешь огнем. Так, сбор просто пулек. Магазин. Еще выше куда-то? Да, еще выше. Сундук. Сундук. Так, это у нас модификаторы и вообще классы. У нас еще 10 мест осталось. Ново же. Какой шанс того, что у нас в дальнейшем будет магазин? Очень маленький, поэтому. Да, типа, да, я просто теряю время из-за того, что бегать туда-сюда, но все же это лучше, чем ничего, так ведь? Да, я могу, типа, идти по сюжету, но так я хотя бы в первую очередь. Опыт апы за убийство врагов. Не важно каких, ну, да, типа, слабых мне там по единице, это невыгодно вообще ни в какую сторону. Но в основном мы убиваем вот таких вот типов. Так, скорострельность. У нас что стоит? В принципе, восстановление здоровья, то нормально. Пистолет... Честно, такое немножко у меня сейчас смешанные чувства. Лучше бы я оставил тот все-таки. Здесь, да, типа, урона больше. Здесь оглы. Но тратится за выстрел больше патронов. И урон идет, типа, взрывной. Не знаю, может, он, типа, работает, типа, вблизи, типа, наносит... Необычная история. Я рассказываю. Я уже давно досаждал кровомесом, но они еще никогда не охотились на него в таком количестве. Почему они так осмелели? Вперед, кровомесы! Эта демоническая тварь пожалеет о том дне, когда перешла нам дорогу. Мы заставим ястреба захлебнуться в собственном дерьме. Фу, чувак. Так, ну это автомат, в принципе. Так, дробовик. Это у нас тоже, считайте, дробовик. Конечно, это автомат у нас, но он работает как дробовик. Хотя, сейчас я уточню, что это у нас. Да, это автомат. Блин, я вначале подумал, что это дробовик. Раз, нора. Ладно, прости, прости, прости. Удушу тебя твоими же кишками! А, то есть мне на 3 выстрела хватает. Тебе лучше закрыть... Ой, здравствуйте. А как у вас урон проходит? Слабовато. Но здесь нужно, когда жопу показывают, стрелять. Нет, ты давай по нижней стреляй части. Давай. Хорош. Куда пули деваются?
О. А стрелять как будто вблизи, не знаю, рикошетит. Пускай они там пока дерутся. Вот просто вблизи, да, вот звук идут. Так, вот огненный, огненный, опасный. Первый это иммунитет к огню будет. Почему вы так высоко прыгаете? Почему они так высоко прыгают? Типа это не присыпало, здесь нету гравитации, как той же в открытом космосе. Здесь нормальная гравитация. Я нормально прыгаю, они нет. Это немного дисбаланс, понимаете? Нечестно. Может, я тоже хочу высоко прыгать. М? Они мне это делать не дают. Глядя на то, что огненный ястреб сотворил с кровомесами, я наконец понимаю, он повсюду вокруг нас. Огненный ястреб — бог правосудия. Бог восстания, гнева, ненависти, смерти, красоты. Он взирает на нас высоко и карает злодеев. Мы обязаны отдавать ему должное. Мы обязаны бояться огненного ястреба, славить его и поклоняться ему. Такое, так мы открыли. Да? Мне нужно посмотреть по карте. Хотя нам туда и нужно идти, слушайте. Я думаю, давайте возвращаться. Мы все равно хоть так, ну, крюк намотаем. Если надо, вернемся. Опа, здравствуйте. А это на что? Плюс прокачка. Здрасте. Ну, прокачка для чего только? Вот это потом решим. Ой, смотрите, а вот это вот уже более похоже на дробовик. И патронов побольше будет. Меткость, конечно, желает лучшего. Давайте попробуем. Хотя... Ну тут больше патронов будет. Ни хрена себе. Эй, парень. Тихо. Да, только патронов поменьше будет. Так, теперь мне и на дробовик нужно будет. А давайте, может, дробовик вкачаем. Ой, ну смотрите, здесь снайперка уже нам дана. А по снайперке у нас все в плюсе. Чисто все. Заменяем. Это возьмем просто на продажу. Что по прицелу. Ну, такое. Блин, я не понимаю, почему мне этот прицел, что ли, либо неудобен. Я не могу просто ровно попадать. Как раньше, помните? Эй. Работай.
думаешь, Роланда сцапал огненный ястреб? Знаешь, мне рассказывали, что ястреб превращает разбойников в жидкость и пьет, словно коктейли. Но нет, я уверен, что с твоим Роландом ничего не случилось. Конечно, если бы Роланд не был таким тупым, он мог бы... Опс, я чуть не выдал секретик. Так, вот это вот уже плохо. Я застрял. Да я твою жизнь отдам. О боже, о боже. Все, отлично, отлично, отлично. Отдыхай. Ну смотрите, из него и Риди выпал, и в принципе снайперка. Хотя в моей уже 12 патронов вместимость. Угу. Он это фиолет. Не, дробовик как-то слабо работает. Против махин этих. Не, конечно, если я буду, может, прицеливаться, будет более точно, но что-то не уверен в этом. Давайте сюда сходим. Ух ты ж, ё-моё. Так, а это я куда вернулся? Это я вернулся назад. Тихо, это сокращение пути, я понял. Это на сокращение пути. По вместимости мне должно быть еще более-менее нормально. Жетоны, урон гранат, ближний бой, макс здоровья, задержка подзарядки, емкость щита. Урон от стихии, шанс времени... Так, стихия урона, урон под снаряда. Давайте, наверное, скорость подзаряда будем прокачивать. Задержка подзаряда. Или задержку. Скорость лучше. Позволь мне кое-что объяснить. Если тебе даже удастся спасти Роланда от этого огненного ястреба, что так много места? Алые налетчики все равно долго не протянут. Знаешь что? Пожалуй, я немного помогу тебе с разгадкой моего маленького секрета. Все бойцы сопротивления погибнут, а я... Я буду смеяться. Долго смеяться. Мы сейчас попробуем. Спасибочки! Ну, Шошеру можно и так убивать. Она там не создает, в принципе, никаких проблем. Так, чтобы у меня теперь проблем не было. Новый уровень, отлично. Готово. Готово, готово, все забираем. Ну, против муравьев, да, но получше будет. Как я промазал? Мне легче вот так его убить, да и все. Вот что это за урон? Просто... Ва. И замечу, что это обычный враг, типа, считается. Именно по форме своего. Происхождения тела. Так, хорошо, жетончик. Урон от гранат, ближнем бою, уменьшение отдачи. Уменьшение отдачи, конечно же. Поехали прокачиваться. Мне, как вариант, лучше идти до щита. Но. Здесь открывается второй вариант, это прокачивать турель. Перезарядки. Увеличить число снарядов в каждом залпе турели. Ну, то есть, долгий прокат будет. Где у нас прокачка была самой турели? Блин, мне бы битву за жизнь, еще вот эту.
Где она была? Где она была? Вот это, да, кажется? Или нет? Нет. Короче, мне турель нужно прокачивать. Такое признание жена врага на некоторое время повышает скорость подзарядки щита. Борьба за жизнь, урон, так, стрельбы, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Урон, емкость. Где, где у нас апгрейд этого был? Ускорение. Заполнение турели. Короче, неважно. Прокачиваемся в ХП. Хотя, блядь, хер его знает. Но мне щит нужен. Срочно этот. Ладно, поехали. В ХП. Ну, ХП хотя бы более-менее значительно дают. Ну какого хера, типа, они знают, что я уже здесь? Типа, давай ближе. 3, 2, 1, 0. Воу! Совсем не трудно. Тихо, убрать прицел, взять прицел, стреляем. Блин, или... Я не знаю, и хп там, и... Там в основном два показателя хороших. А из-за чего я горю? Скажи, фиг его знает. Фиг его знает, почему я горю. Ой, я могу тебя взять? А, это разбить. GG. Еле попал. Поехали, давай, давай, давай. В чем фигня? Турели их более-менее, но пробивает. Все. Я согласен, турель убивает, но я и не убиваю. Так, а теперь бы мне немножко патроны для снайперки. Вот. По 50-50, типа в ящиках то, что нужно, лежит, и бывает дерьмо лежит. По инвентарю. У меня инвентарь уже там заполнен. 4 места осталось. Фу-фу-фу. Мне бы магазин. Мне бы срочно магазинчик. Вот оно, логово огненного ястреба. Осторожно. Думаю, там полно ловушек. Боже милосердный! Я чувствую вкус своей горящей плоти! Ловушки! Нельзя, чтобы это было не с тобой. Ты выглядишь классно, как печень! Раки-каки! Ладно. На мужика. На мужика. Блин, ну вот это, видите, как-то... Еще один. Ай, боже, не хочу, не хочу, не хочу. Ну, из них хотя бы Эриди падает. Единственный плюс, что из них и дается. Типа, я могу подгореть, либо я могу пойти на обход. Ну давайте на обход посмотрим, что там. Мне кажется, это через муравейник, через все это дело. А, это кажется вообще
Срез. Это у нас срез, ребята. Поэтому побежали. Да просто в чем дело? Сейчас мы убьем босса, как обычно, скорее всего, и так оно и будет. Там будет очень хороший сундук. Который мы, конечно же, что? Откроем и увидим, что там классный предмет, а места у нас нет. Так, сохранение прошло. Да-да. Да-да. Вау. Чувствуешь? Да, чувствую. Все ближе к хранилищу. Магазин это есть все-таки. Прогресса, детка. Все-таки нашлось. Нормально, все, тогда живем, ребят. Если у тебя есть донорские органы, помести их в приемник. Тогда все хорошо, мы живем. До скорого свидания. Обожаю выгодные... Нужно приготовиться, потому что сейчас будет босс. Потому что не зря ж нам дают патроны, да? Логово Огнестрела. Ну, это, походу, она. Да, это она. Ей, походу, нужна наша помощь. Я забаговал, да, походу? Можно без прицела? Да-да-да. Изи-баги. Разбойники называют меня Огненный Ястреб, но на самом деле мое имя Лилит. Я налетчик, как и ты. Я сдерживаю бандитов, чтобы Роланд мог заниматься Джеком. Но это долгая история, а внутреннее кровотечение весьма обширное. Поможешь подняться? Конечно. Поднять Лилит. Лилит. А, фигово, да, вышло то, что забаговалось. Но я найду в интернете, как обычно. Принять кое-что для поднятия. Этот. Уик! Для превьюшки. Он лежит в одном из сейфов. Хорошо, иридий. Ей надо. Много иридия там? Кусочек иридия. Да, то, что нужно. Давай сюда. Ты иридий хаваешь? Спасибо. Походу, она иридий принимает. А у нас этот бах все равно, да, с телом? Или нет? Ох, спасибо. Значит, ищешь Роланда. Угу. Здесь его нет. Увели кровомес. Ты с ним переписываешься, как я вижу. Раньше они на меня так не нападали. Они здесь! Бей их! Сейчас начнется настоящее веселье. Попробую накрыть парочку взрывной волной. Запускай таймер! Я буду ждать каждую секунду проведённую сражение. Они идут на бой. Тактически. Я быть жестоким. Зашибись. А ничего, что они... Хер знает откуда появляются. Не, нормально. Да нормально. О, а вот безбашенно это опасно. О, приятель. Не, ну ладно, дробовик все-таки делает свое дело. Да? А где патроны? Где патроны? Они нашли другой вход. А почему ты убегаешь? Поехали. Риди.
Ну, это просто читы, поэтому... Ой, закончилось. Так, мне рейтинг без... Почему их два? Почему их двое? Почему их двое? Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Помоги, хелп! 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 Прошу! Хелп! Хелпуй! Прошу! Хелпуй! Прошу! Готово. Все? Неплохо повеселились, но что-то я выдохлась. Принесешь мне еще иридия? Ну, в принципе, Лилит. Я думаю, принесу, но у нас уже серия давно должна была закончиться. Поэтому давай я тебе отдам его и закончу на этом. То, что нужно. Давай сюда. Держи. Не за что. Там наверху что-то есть. А не, ничего нету. Лилит, ты в порядке? Да. С тех пор, как открылось хранилище, мои способности стали, как бы это сказать, обалденными. А все благодаря этому Ирите. Почему? Понятия не имею. А теперь давай поговорим о том, как спасти моего бойфренда. Ну, об этом мы поговорим в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.